Добрый день, дамы и господа. Весна заканчивается, а джаз продолжается. А как приятно видеть всех вас здесь, в этом замечательном зале. Мы продолжаем наш марафон, мы не отказываемся от наших амбиций. И все-таки 100 мероприятий в этом году мы обязательно проведем. Уже практически переваривает за другую половину. Сейчас я хочу вам просто сказать небольшую информацию о том, что будет происходить в ближайшее время. 16 числа, 16 июня, в этом зале будет выступать замечательный молодежный оркестр Ростовского колледжа искусств. Они приезжают на московский фестиваль джазовый и согласились любезно поиграть в нашем зале. Здесь с очень хорошей программой, с вокалистами. И я хочу сказать, что Ростовский колледж искусств – это одно из таких заведений, которые многие годы проводят профессиональный джазовый конкурс молодых исполнителей. И многие из них продолжают обучение после Ростовского колледжа у нас в Академии. Так что, ребята профессиональные, я надеюсь, что вы сможете уделить время и прийти на этот концерт 19 числа. В этом же зале в 7 часов выступает легендарный диссидент, челябинский диссидент Игорь Буркова. Это действительно совершенно потрясающие музыканты, зажигательная программа. Я надеюсь, что вы тоже сможете оценить их выступление и прийти на этот концерт. Концерт в 7 часов вечера. 27 июня состоится концерт в концертном зале Российской академии музыки на Малом Ржевском, который называется «Дежурный по джазу». Это концерт, в нем принимает участие народный артист России Игорь Михайлович Бриль, замечательный пианист и барабанщик Яков Окунь, контрабасист Евгений Нищенко, ну и к ним примкнувший. А вот 28 числа в том же зале, на Малом Ржевском переулке, в концертном зале Российской академии музыки, наверное, впервые в истории произойдет такое замечательное музыкальное событие. Будет выступать большой джазовый оркестр Игоря Будмана. Поэтому я надеюсь, что вы тоже посетите эту замечательную, завораживающую программу одного из ведущих коллективов нашей страны, и не только. Руководитель оркестра Игорь Будман, и он же будет обязательно принимать участие в этом концерте. А сейчас на сцену выйдет, ну, судя по тому, что я видел за сценой, это все такие джазовые легенды, потрясающие совершенно музыканты, знатоки своего дела. Это замечательный диссидент Максима Пеганова. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену концерт «Максима Пеганова».
с тех пор, как на улицах южного города Северной Америки, Нового Орлеана, появилась подобная музыка. Это была музыка совершенно необычная, потому что до этого звучала Моцарт, Бах, Бетховен и классика. А нет, тоже классика, да. Но вся классика звучала. А вот это было что-то необычное. Новый Орлеан — это город-порт, там было очень много разных национальностей, там говорили и по-французски, и по-испански, и по-английски, и даже можно было встретить русских. Много там кого было, поэтому, естественно, слияние всех этих культур породило такую совершенно необычную музыку. В общем-то, эта музыка звучала в черных кварталах, играли в основном афроамериканские музыканты, тогда они назывались неграми. И кто-то из высшего общества сказал «джаз». «Джаз» — это означало примерно «фу, какая гадость». Да, это было неприличным словом и писалось через букву «С» – «джаз-с». Позже, когда этой музыкой увлеклись серьезные композиторы, такие как Гершвин, Берлин, эта музыка стала называться «джаз-з». Наверное, стало что-то поприличней, но не в этом дело, да. Было очень много негритянских прекрасных музыкантов, но не сразу вы понимаете, что это было. Раз, и сегодня день рождения джаза. Конечно, не так. Это накапливалось годами, там было очень много марширующих оркестров. Все эти южные штаты, они все время устраивали, как сейчас в Бразилии, карнавалы. То же самое проходило и сейчас проходит до сих пор в Новом Орлеане. Вот эта вот музыка, она просто завораживала. Народ собирался в разных, просто и на площадках, и в грузовиках играли, на улицах, и в разных увеселительных заведениях. И были такие трубачи, как Фредди Кеппард там, или Бадди Болтон. Бадди Болтон отличался мощным звуком, и он говорил: «Так, сейчас мы из соседних залов переманим к себе публику». Выходил и говорил: «Детки, домой». И, в общем, играл так громко, что, по рассказам очевидцев, это было слышно за 2-3 квартала от того места, где он играл. И публика тут же перемещалась к ним в ресторан, естественно, все хозяева были довольны. Так продолжалось еще долго. В общем, я думаю, что наступило время сыграть мелодию, которая называется «Baby, won't you please come home». Но мы немного умоляем, потом сыграем покультурнее, потише. Thank you.
только лучше. В общем, я вам рассказал про Фредди Кэппарда, про Бадди Голдена, но там было очень много, большое количество великолепных музыкантов, и в какой-то период появился знаменитый трубач, которого называли король, Кинг Оливер. Вот именно он-то и вывел на свет, он первым открыл миру такой замечательной гении, как Луи Армстронг. Именно он пригласил его еще молодым человеком в свой коллектив, на второй корнет. И, в общем, Армстронг повлиял очень сильно на всю историю джаза. Я даже думаю, что не только на джаз, а даже на всю эстрадную музыку. И все, что сейчас происходит, конечно, не могло это остаться без влияния Луи Армстронга. Но и отсюда начинается наше посвящение Армстронгу. Итак, мелодия Basin Street Blues. Я вижу в ваших глазах вопрос, какой тональ в си-бемоль-мажоре? Thank you.
тот самый Игорь Иванушкин из Фейсбука. И Алексей Денисов, барабан. Спасибо. Ну, как мы догадались, у нас идет полная импровизация. Именно чем мне нравится Dixieland? Тем, что здесь идет настоящая импровизация. Мы знаем тему, мы знаем гармонию, дальше мы договариваемся на ходу. Что-то получится, что-то не получится. Получится хорошо, не получится, в следующий раз получится. Ничего в этом страшного нет, да. Но я вам хотел сказать, что вот эти коллективы вот в таком наборе инструментов, труба, тромбон, кларнет и ритм-секция, в 1918 году впервые записали на пластинку именно не черные, а белые музыканты. Был такой Dixieland, Original Dixieland Jazz Band. И впервые появилось название Dixieland. Dixieland это Dixie, это как бы волшебная страна, идет сплошная импровизация, мы исполняем произведение, которое... А, кстати, очень забавно всегда, поскольку это в черных кругах, в этих низах общества родилась музыка, поэтому и названия были соответствующие. Некоторые лучше не переводить, пусть останутся для нас загадкой. Ну, следующее произведение называется, простите меня за мой английский, My Sweetie Naughty, или Naughty Sweetie, там, да, Gives to Me, да? Gives to Me, да. В общем, примерно, что такое моя миленькая, хорошенькая, доверься. Кстати, спасибо, что вы поддержите. В джазе это принято. Хлопайте после соло, свистите. Если вам понравилось что-то соло, пойдемте, свистите, это поддерживается. Если не понравилось, тоже свистите и хлопайте. Музыканту станет стыдно, он обязательно сыграет в следующий раз лучше или хотя бы постарается. Thank you.
Игорь Иванович, Денис Никита! Один за один! Вам! Марат Галеев, вам! Зал училище, если... Спасибо! Вы не заходили. Спасибо. Постепенно из Нового Орлеана вверх по ленивой реке джаз добрался и сперва до Чикаго, потом до Нью-Йорка, а потом по всему миру. Итак, мы исполним сейчас мелодию, которая так и называется «Up the Lazy River» — «Вверх по ленивой реке». Thank you.
Спасибо большое. Следующим номером новоорлеанская пьеса, которая называется «Александр Рэгтайм Бэнд». Посвящается всем Александрам. Thank you.
том парке, о котором мы говорили. Thank you.
поставили свои замечательные композиторы, тем более, что сегодняшний концерт, он, помимо того, что посвящен творчеству Луи Армстронга, он также проходит под эгидой столетия российского джаза. Именно 100 лет назад Валентин Парнах побывал во Франции и услышал там такое явление, как американский джаз. Ему это настолько понравилось, что он просто привез набор инструментов, пришел, собрал каких-то музыкантов классических, они тоже понятия не имели о такой музыке, обучил их, и в театре Мейерхольда состоялся первый концерт. И вот в этом году мы все будем отмечать столетие российского джаза. С тех пор вот и считается, что рождение джаза появилось вот 100 лет назад. И мы хотим исполнить произведение нашего русского композитора, который не так часто исполняется, хотя в 50-е, 60-е и даже в 70-е годы оно было очень популярным, называется «Цветущий май». Композитор Полоцкий. Мелодия называется, ну, во-первых, она посвящается моему
другу Игорю Иванушкину. Она называется «I found a new baby». Я нашел новую девушку.
Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, и так можно обойти творчество Луи Армстронга с его знаменитой мелодией, которую он сам ненавидел. Да, он однажды ее исполнил и забыл. Где-то на радио они записали эту пластинку там или еще. И однажды, уже прошло, наверное, с год, вдруг к нему говорят, из зала обращаются, сыграйте, пожалуйста, вот эту мелодию. А он спрашивает своих музыкантов, ребята, а что за мелодия-то? Да помнишь, мы там где-то год назад записывали? Как вы это называете? Hello, Dolly.
Вадим Задник, труба. Марат Галеев, кларнет. Меня зовут Максим Федоров. Такой очень приятный играть для вас. Спасибо, что вы будете на наш концерт. Исполнял Луи Армстронг. Я настолько часто исполняю эту мелодию с различными составами, что повторю, это уже не шуткой стало, это на самом деле. Один молодой человек подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, я слышал, как вашу пьесу исполнял Луи Армстронг». Thank you.